Салатуль джаназа, погребальная молитва или джаназа намаз, это самое последнее действие, которое читается над умершим человеком. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Хасибу анфусакум кабля антухасабу». Спрашивайте себя, берите себе отчет до того, как вас спросят в судный день. «Усаллю кабля ансалля алейкум». Читайте молитву перед тем, как над вами будут читать. Тоже над каждым мусульманином будут читать салатуль джаназа. И, как красиво говорят ученые, когда ты выбираешь себе братьев, близких, друзей, то посмотри, кого бы ты хотел бы видеть из тех, которые бы читали бы за тебя погребальную молитву, салатуль джаназа, то есть праведники, которые делали бы за тебя дуа и просили у Аллаха, субханаху ва тааля, за тебя прощения. Можно обрадовать того человека, который читал намаз перед тем, как читали над ним намаз, который осветил свою могилу перед тем, как лег в свою могилу. Ман анара кабрах кабля ан ядхуля. Тот, кто читал, ман салля кабля ан юсалля алей, тот, кто читал молитву перед тем, как над ним читали молитву. И ман арда рабба кабля ан ялькия. Тот, кто сделал так, что Аллах им доволен перед тем, как он встретился с Аллахом, субханаху ва тааля. Вот представьте, что человека вынесли на носилках, омыли его, сделали ему полное омовение, гусль, завернули его в саван, в кафан, положили его. И стоит имам, сзади родственники, близкие, все пришли. И человека провожает до могилы три вещи, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ятбиу аль-майта саллята, фаирджиу итнан, ва йабка маъху вахид». Три вещи его провожают до могилы. Две вещи обратно возвращаются, здесь остаются, и одна вещь только с ним идет. «Ятбиу маалюху, ва ахлюху, ва амалюху». Его провожает его семья, его имущество и его дела. «Фаирджиу маалюху, ва ахлюху». Его семья, его имущество возвращается, здесь остается в этой жизни и ждет своего часа. «Ва йабка амалюху». А с ним останется только с ним его дела, плохие, хорошие. Положили мейита, положили мертвого человека в носилках, в саване. Имам говорит «Аллаху Акбар». То есть джаназа намаз отличается от других намазов, поэтому мы его показываем. Он читается только стоя, без поясных, без земных поклонов. Первый такбир «Аллаху Акбар» читается сура «Аль-Фатиха». Во время молитвы глаза смотрят на место земного поклона. «Иля мавдаи суджуд». То есть нельзя смотреть по сторонам и так далее. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, это воровство, которое шайтан ворует из молитвы человека. То есть награда меньше за это будет, если он будет смотреть по сторонам. Читает фатиху, прочитал фатиху, после этого говорит «Аллаху Акбар», второй такбир, и читает салават. «Аллахума салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун мажид. Аллахума барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун мажид». Потом третий такбир «Аллаху Акбар». После третьего такбира, то есть первый такбир фатиха, второй такбир салават, третий такбир читается дуа лильмейт, дуа за мертвого. Разные есть виды дуа, но основное, которое считается «Аллахумма гфир ляху», если это мужчина, если женщина «Игфир ляха», прости его или прости ее, «Урхамху ваафи ваафу анху акрим нузулаху вася мадхалах». Читается дуа, которая приходится в сунне. Потом делается, как закончили дуа, четвертый такбир «Аллаху Акбар» и делается «Салям». «Ассаляму алейкум рахматуллах». Ассаляму алейкум рахматуллах. По ханафийскому мазхабу, вправо и влево. По ханбалийскому, по другим мазхабам, в одну сторону только. Ассаляму алейкум рахматуллах. После этого говорится «Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун». Мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение.